Тонну огурцов и 2 тонны капусты планируют собрать в этом сезоне осужденные исправительной колонии номер 1. Урожай овощеводов радует, работа кипит ежедневно. На площади почти в 2 гектара в колонии строгого режима на пирсах выращивают картофель, морковь, свеклу. Снимают с грядок урожай редиса и свежей зелени. Трудятся в тепличном хозяйстве 7 осужденных. Они уверены, что все запланированные тонны овощей получится вырастить в срок. Лето в этом году выдалось жаркое. Урожай у нас, скажем так, радует глаз. Большое количество огурцов собрали, кабачков. Планируем к сбору в ближайшее время капусту. Из 7 теплиц удалось снять уже 500 килограммов. По плану необходимо еще столько же. Гордость тепличного хозяйства – виноград. Его выращивают здесь уже больше 10 лет. За эти годы лоза разрослась и дает неплохой урожай.